хорошо, технический по тексту ты практически все тут. Ну, вот кое-какие детали по нюансам. Угу. Вот, например, здесь ты играешь тут же вот. А, да. Ну, много просто вот моментов. Если ты это просто тут чем очень благоприятное произведение, в том смысле, что настолько много тут разных планов, нюансов угу. можно сделать, без особых труда, что, в общем, не думай о балансе, поскольку тут один играешь. Угу. Потом вот эти вот места, где у тебя тар-тар-тар-тар, ну. Да. Все время представляю, как двуголосие, потому что ты иногда играешь, что у тебя ты перебиваешь ноты, которая идет у тебя неподвижно, но, например. Нижний важнее, у тебя получается. Да-да-да. Вот это вот. Ну где оно встречается просто? Ну давай еще разок сейчас конкретно. Смотри, тут же вот эти ноты, которые лига куда заходит, их не надо языком-то её. Коротко, но лига заходит туда. Давай вторую фразу. А зачем? Не уходи. Чтобы, если ты хочешь, чтобы контраст был, не надо уходить. Да? У тебя вот противоположное, а если ты их сближаешь, то и контраста не будет. Угу. До конца доводи. Вторую фразу еще. Быстрее, все-таки тут же вот, вот 108, если как по метроному, ну, в общем. Ну, танцевальная такая, немножко подвинешь темп, легче будет просто, но по состоянию, по характеру. Ну давай, тарада, подход к модерата. Ну, а для бемоль первой октавы и даже. Нет. Ну вот. Один так. Не контраст не выходит, ярче низ сыграй, да? Там хоть и меццо-форте, но все равно по сравнению с теми двумя форте, что у тебя во второй октаве, все равно здесь будет немножко тише. Ну и краска другая, так что тут не стесняйся, а вот потом пианиссимо начинать. Не-не, си бемоль, у тебя, кстати, обведено в кружочке, ты его не выдерживаешь. Только там.
немножко не то, ноты соли не должно быть. Заходит, да? Где заходит лига, не надо языком. Вот здесь, да. Вот здесь, на ми бемоль тоже заходит. Вот здесь, да, нет. Нет, я тебе про это говорю, про этот ми бемоль. А. Да? Нет, так как контраста нет, ты именно дойди на форте и пианиссимо, то есть... Свободнее как-то, да, и нюансы, все это. Акцентики. Нет, так акценты ты не. Ты не спеши здесь. Чуть преувеличить вот эти ноты с акцентами, дать им отзвучать, тогда оно какая-то будет более интересная. Потому что если просто... Ну, что-то не то, не складывается характер какой-то. Ну, немножко причудливая, игривая какая-то должна быть. А если ты насквозь просто все будешь это выполнять... Попробуй. Вот это вот грациоза, оно и будет как раз, с которой у тебя тут стоит. Нет, так акцент на слабую именно, на последнюю восьмую. А там не надо акцент. Да? Нет, так зачем там-то? Там ничего, никаких акцентов, да? Давай, может, по нотам. Я думаю, ты просто эти детали, может, не очень помнишь. Ты так-то текст знаешь, все играешь, но только вот повнимательнее к деталям теперь. Вот. Вот повнимательнее смотри, прям как там. Нет, а зачем? Эти на вот как короче, прям как бы между прочим. Так а зачем ты с первой доли-то? Здесь не нужен акцент. Нет, только. Нет, так ты на одну ноту акцент, а ты на всю фразу делаешь. Да? Нет, на все. Пам. Да. Вот, теперь это, да? То есть это диафрагмы, о-о-о-о-о, а это как бы без опор. О-о-о-о-о. Вот. Форта уже. Нет, тут
вот уже прямо и выпрямись, ты как-то это, ты же знаешь, наизусть так просто подглядывай там и все. И вот это вот. Больше вот этого, да, и фермата правильно. Поэтому здесь вот это очень яркое место уже, кульминация сама. Ну давай вот где-нибудь отсюда. Ну, конечно, желательно, чтобы ты все время здесь воздух выпускал. Да. И кларнет чуть приподними, а то как раз. Да. Нет, так тут очень плавно, ничего специального не делай. Ну, нижний голос, а так. Акцент делаешь, тут как ветерок подул вообще, и тут чуть-чуть реальнее, а это вообще малореальное звучание такое. Чуть-чуть, да. Чуть больше здесь. Только не забывай, что нижний важнее, да? Я, грубо говоря, немножко как бы длиннее даже можно. Да-да. И тут больше уже. Подлегаем. Сделать контрастнее, так вообще может вполне быть. Но я думаю, как бы 8-го вот хочешь, это можно сыграть на концерте. Да. Вот. Ну, еще там с 9-го, там определимся, вот кто будет 9-го, там два концерта тоже. Угу. Может быть, оба дня тебе поставить. Записаться 8-го у Александра? Нет, так это я и должен буду сказать, кто что играет. Нет, это же концерт, это же не мастер-классы у нас как идут, так и идут. У нее, да? Да. Ну, правильно. А, ну, правильно, да, да. Про а, значит, про 8-го можете. Если так сказала, значит, да, можно, да. То есть, ну, тогда, если Андрей не против, вы не против. Да, ну, а чего? На 8-го вы тогда запишете. Ну, да, я с 9-м завтра определюсь, тогда, если есть желание, можно 9-го. Я думаю, что, ну, посмотрим, как остальные, что у них будет. Угу. Ну, это вещь у тебя готовая, так что и как раз наигрывать. И главное поискать уже в таком творческом плане. Угу. Технически тут все, у тебя проблем-то нет, так что. Все. Ну и только вот да, в зал, немножко вот чтобы вот это вот. Угу. Вот. Ну, давай дальше что еще поиграем? Мессаже. А ты на какой-то конкурс готовишь эти пьесы или просто? Я играл на конкурсе «Мерзляковка приглашает друзей». А, ну понятно. Как там, успешно прошло? Нет.
Нет? А кто там выиграл? Нона Липертариани. Кто? Агеевские ученики. Две девочки агеевские. Лера, Нона и еще там Увалова, ученица новая. С этого года. Ну вот здесь будет конкурс «Имша» в марте, тоже можно поучаствовать. Да. В конце там, 28 марта по 1 апреля. Так, ну давай. Это если залило, то соль первой октавы, наверное, маленькую подушечку, которая под клапаном лятом. Ну там продуй или прочисти, если сильно мешает. Старайся из этого фразы сделать то, что получается все это, да, но эти акценты, все, но... Если ты будешь просто активно играть, но не делать из этого фразу, то получится... Ну, такой марш, в общем. Даже не марш, все-таки как-то... Даже здесь какую-то гибкость надо иметь в виду. Нет, почему? Та-ра-та-та-ти-ра-там. Хвост этот, получается, он ни к чему. Ти-ра-рам, не уходи там. А ты ре с клапаном берешь? Та-ра-та-та-ти. А, еще забыл. Ну. Штрихи, но это не как самоцель, потому что ты каждую ноту прям подкусываешь. Да? Не так остро, а то как бы ты легато играл, и добавляя язык просто, да? Не надо остро, иначе... Очень странно, даже если получается, как какая-то карикатура выходит. Тира-та-та-ра-та-та-ра-та, тира-та-та-ра-та-та-ра-та, тира-та-та-ра-та-там. Ну попробуй. А что здесь как перенапряжено? Ослабь, как-то здесь весь это скукожил. Да, последить бы, конечно, чтобы да, не подтягивать. Да, это проблема. Я обычно, когда занимаюсь, смотрю, слежу. А какой мундштук-то вообще? Джонсон DJ. Ну не маловат тебе? Да нет. Потому что они открытие-то небольшое у него, в принципе. Можно, в принципе, вот эти солисты, они больше открытия. Там можно форту. Вдуй сколько хочешь. А здесь вот попробуй. Низ так не продуешь, мне кажется. Ничего, ну, мне кажется, там ресурс меньше просто. Поэтому где-то не хватает. Хочется тебе, а где-то не пускают. Не, ну робко как-то, мецефорта. Посмелее, это яркое место достаточно. Видишь, ну, там, смотри, вот ты дуешь мимо, воздух проходит. Вот. Сразу ярче становится.
А ярче звучит, когда... А что там такое, да? Соскочил пальцем. Так-то зачем такое? Или нам здесь... То есть не надо ничего подменивать. Тут же у тебя дополнительный клапан есть. Теперь трель, ты вот так. А можно этим еще вот. Каким? Вот. А. Может почище вот. Если отпустить губами, то... Повыше просто. Но только не поджимать, иначе будет слишком высоко это. То есть на каком курсе ты сейчас? На первом. Так ты сейчас поступил только? Да. Ну хорошо, так, значит. Ну, кстати, вот когда ты не растягиваешь сильно, ярче, потому что воздух больше туда попадает. Потому что так ты и губы, во-первых, когда сильно растянуты, больше давишь на трость, просто меньше звука становится. Ты этим последись, хочешь сильнее, чтобы динамика была, то вот не так вот. Может, надо будет начинать просто сильнее дуть и напрягать здесь. А это не только от силы вдуха зависит. Вот, если хочешь, чтобы большой звук был и свободно, но просто не пережимать свободно вот здесь. Тогда не так сильно и дуть-то надо. А если просто сильно дуть и зажать, он шипа много, а звук меньше становится. Просто это, об этом помнить надо. Конечно, и когда играешь, хочется выложиться там, да, в полную силу, начинаешь дуть, забываешь про это дело. Но про это помнить надо. Значит, ты сам же свой звук убираешь. Ну, давай дальше. Как это кварта сомнительная. Ну-ка сыграй. Нет, или фа низкая, си, фа, си бемоль. Ты там что-то закрывал, что ли, или нет? О, ну то не распускать. И си бемоль, наоборот, отпустить тогда. Ро. Не увеличенная кварта, но большая, так скажем. В принципе, а вообще с фортепиано-то как обычно состроен? Нормально-то? Нет, не всегда. Вот си бемоль и ля у меня. Эти не занижают, фа первый. Ну-ка попробуем. Вот интересно, как у тебя... Вот ля настроен. Ух ты. Ну-ка. Так это я не знаю, это может ему он штук просто. У тебя какой-то бочонок-то какой здесь? 66. Аж все короткие. Ты видишь 65-й? Нет. Так тебе надо обязательно, потому что так вот ты... На конкурсе-то строила? Потому что я смотрю, у тебя низкий довольно вообще вариант. На конкурсе строила. Вот в первом сначала играл, да, все строила, а потом почему-то полез в строй. Наверх или вниз? Наверх. Нет, ну здесь-то у тебя явно низко. Что-то странно, слушай. Сочетание у тебя довольно низкое, не знаю, может быть, там просто рояль был настроен низко, а вот тут-то нормально, тут хорошо настроенный рояль, 442, наверное, примерно. Ну вот я, допустим,
Я даже чуть раздвинуть могу. Ну, то есть запас, такой нормальный строй. У тебя получается заниженный. То есть тут надо подумать или о бочонке, или поменять мундштук. Ну, это уже, если что, если надо будет, то можно подумать. Ну, вот на уроках ты можешь попасть часто низко, да. То значит, эта комбинация не годится. Что у тебя где-то на 440, скорее всего, вот это. Ну, бочонок в любом случае надо иметь короткий, 64 там. Вот. Ну, а с мундштуком не знаю. Я играл на Джонсоне короткое время, но понял, что там форта недостаточно, и перестал. Но это было уже лет 10 назад, до того, как у нас вот эти солисты появились. Может быть, 7 лет назад, не помню. Вот, ну давай тогда... Где мы остановились-то? Ну давай. Это из интернета нота? Да. Оригинально. Ну, и это и форта, вообще форта никого тут нет. Да. Нас. Ну ладно, не важно. Здесь что-то не то, да? Такой тяжкий вздох перед каденцией. Мы говорили в этом, в Ковача, то есть по нижнему голосу, как бы, да? А что-то тут, еще одна. Ну понятно, так, а здесь для чего дыхание? Здесь тоже не надо. Вот ты тут берешь и дальше уже. Недавно взял, да? Что? Ну, недавно разбираешься, да? Ну, понятно. Ну, больше контраста, да?
комфорта. Ну, правильно все, в принципе, да, такие нюансы есть. Я бы только не здесь, дыхание где-нибудь вот. Сейчас. Это где у нас? А. После ми, мне кажется, да. Тоже приведи фразу, чтобы... И немножко потише, потом уже... Да, но здесь тоже не уходить. Ира там, до конца доведи. Ну, за этим, конечно, что все время пытаешься туда. Ну, я думаю. Не, ну так и ротом закруглить. Тира-то, там штрихи, да? А. Та, ну как там? Тара-то, тира-то, там. 2-1. Да. Ну, блин, как ты это играешь? Чего не смущает? Нет, подожди. Ну, интонацию имею в виду. Да. Если ты берешь так соль, то закрытая фа. Соль, так тогда. Потом так фа. Да. Да. Так играешь, вот тут же вот такой есть подъезд. Без диминуэна только до конца. Mm-hmm. Ну, по байчей, конечно, надо, да, коду. Yeah. Вот. Ну ладно, значит, с Ковачем мы тогда определились с этим на концерт.
Вот. Ну, а гаммы ты играешь вообще? Да. Точно? Да. Ладно.